Всем привет! Добро пожаловать! С вами, как всегда, Валера. И мы продолжаем проходить Sword Art Online «Потерянная песня». Так что, хватит тянуть кота за яйца, погнали! Погнали проходить дальше и смотреть, что у нас будет происходить дальше. Вчера мы занимались дополнительными событиями. Во-первых, помогли Юки с ее гильдией разобраться там с одним квестом. И нам нужно потом отпраздновать. И вот мы ждем, пока появится это событие, которое мы вчера профукали. Нужно будет ждать, пока появится. Плюс что-то у нас и там еще было. А, квест Синон, да, мы сразились с Локи, победили его, правда, он сбежал, получили от Одина предметы и еще что-то там было. А, не, вроде бы все. Собственно, такие дела. Ладно, идем дальше, смотреть, что будет происходить. И давайте ее пройдем, эту игру. Наконец. А, да, точно, еще с Силикой мы лечили дракона, который чуть не умер опять. О, и как нам сильно повезло. Вижу, что Асуна, к счастью, респаунилась. Вот, а там и Силика еще. Ух. Походу, у них много чего интересного нас сегодня ждет. Ну, погнали. Погнали. Искандер, ты шутишь, что ли? Это, по-твоему, маленький битрейт? Он нормальный. Сейчас посмотрю, может, я что-нибудь там сделал не то? Да нет. Битрейт 1,7, как всегда. Может, я там что-то поменял? Да не, 720p. Все как надо. Так. Ладно, погнали. Будет какая-то битва. Разве мы не праздновать пошли? Ну, посмотрим. Кирито, ты слышал новость? Нет, а что произошло, Асуна? Я только что получила сообщение от Юки. Она сказала, что бросает Ало. Она что? Я пыталась как-то связаться с ней, но, к сожалению, не получила никаких ответов в обмен. Кирито, что ж будем делать-то? Может, там быть, она все еще залогинена? И мне кажется, я знаю, где она может быть. Я пойду поищу ее, а ты попытайся дальше связаться с ней. Хорошо. О, нет. Ну, вы поняли, что сейчас будет. Здесь так красиво. Мне действительно будет не хватать этого места. Юки! Юки! Кирито. Я беспокоился. Где ж ты находишься? Мне понадобилось вечность, чтобы тебя найти. Хм. Так ты искал меня и пришел сюда. Спасибо. Асуна, беспокоиться о тебе, знаешь? Я знаю. Могу я спросить, что происходит? Эй, Кирито, я действительно сделала больно чувством Асуны, не так ли? После того, как она так любезно нам сказала, что хочет присоединиться к спящим рыцарям.
Я старалась изо всех сил, чтобы помягче ей отказать. Но, похоже, это не сработало. Аснава-са, СЭО-де Кецмэ-кичан тэйю гильдону фукуданчоу яттэтанда. В САО Асуна была вице-командиром гильдии, которая называла себя рыцарями крови. Они были одни из самых сильных гильдий, что пытались пройти игру. Они работали каждый день над этим. Я понятия не имела. Неудивительно, что она столько сильна. Если ты умираешь в САО, ты умираешь и в настоящей жизни. Так что рыцари крови всегда думали прежде всего о том, как сделать так, чтобы гарантированно никто не умер. Наверное, это было большое давление на Асуну, но ей как-то удалось выдержать все это и выжить. Так значит, вот она о чем говорила. Так что я была задачен, когда она сказала, что хочет присоединиться к спящим рыцарям. Но если это ей поможет избавиться от страхов прошлого и двигаться вперед, то я буду только за. Кирито, но мы... Кирито, но когда мы пошли и... Да, но я думаю, я теперь знаю, почему ты ей отказала. Ты знаешь? Ты и я впервые встретились с САО, да? Да, точно. Я помню, как я был в шоке, когда я зачистил Айнкрад. Ты внезапно... Нет, и он разваливался. Ты внезапно откуда-то появилась. Да, я тоже удивилась. Я никогда не думала за миллион лет, что попаду в САО. Вдобавок ко всему, первую вещь, на которую ты меня попросила, это сразиться с тобой. Я понятия не имел, что происходит. Но все же ты все-таки приняла мое предложение на поединок без каких-либо вопросов. Я была действительно счастлива тогда, касательно этого. И все же, я до сих пор не знаю, как я попала в САО тогда. Но я действительно очень рада, что смогла сразиться с тобой тогда. Понятно. После дуэли в САО и после приключения вместе с тобой тут в Алу, есть кое-что, что я понял после того, как сражался с тобой рядом все это время. И что такое? Ты действительно живешь в этом мире, не так ли? Кирито. Да уж, а ты удивительный, Кирито. Как ты
понял все это. Юки の戦いを見て思ってた。君の攻撃スピード、反応速度は限界をユーに超えてる。Я могу это сказать просто смотря как ты дерешься. Скорость твоих атак, реакция. Является нечто, что за гранью обычных пределов. Эреоно. Я. Фурдайбу канкё сономоно но ошиго. Сонна канчи га штанда. И что-то из этого сказала мне, что ты полностью погружена во всем этом, короче. Ты, наверное, потерял тут невероятно большое количество времени здесь, чтобы добиться всего этого. Даже больше времени, чем мы, когда мы оказались в ловушке в САО. Да, Кирито, ты действительно меня поймал. Не, Кирито. Асуна, дайжи не шинайо. Эй, Кирито, удостоверься в том, что ты хорошо позаботишься об Асуне. Хорошо? Что? Втари ва койбито нан дешо? Ну, вы же парочка, да? Нанде? Ну, да. Откуда ты узнал? Баре-баре да ё. Sleeping Nights но мина мо хотондо вакатэ та то умо ё. Это было очевидно. Я вполне уверен, что все остальные спящих рыцари тоже это знают. Со датта но ка. Вот оно как. Има датте Асуна. Наника наяндэру. Дакара, чанто чикара ни натте агете. Кое-что беспокоит Асуну. Что бы это ни было, убедись в том, что ты поддержишь ее. Хорошо? Sleeping Nights на бумаде. Лидер на боккара. Онегайшимас. Я прошу тебя от имени всех спящих рыцарей, пожалуйста. Давай, волчица, пока, что-то быстро ты уходишь. Асуна оканашимасетара. Юрусанай кара, не? Если ты разобьешь ей сердце, то готовься заплатить за последствия. Мочиро, сонна кото ва шинай. Кито, има нани о кидемо, Асуна ва котайте куренай кедо. Ну, конечно же, я не буду. В данный момент она отказывается говорить со мной. Асуна га оре о тайори ни шите кита токи ни, ис демо сасаэру цумори да ё. Но если ей я... будет нужна моя помощь, то я сделаю все зависящее от меня, чтобы поддержать ее. Вот она как. Ну, я рада это слышать. Убедись в том, что сделаешь ее счастливой. Ты единственный, кто это может. Да, я знаю. Ну ладно, думаю, мне стоит лучше сейчас разлогиниться. Юки, орева, кимито моучто тадакай тайто муттере. Юки, я бы хотел однажды снова с тобой сразиться. Бокумо да ё. Да, я тоже, Кирито. Увидимся. Соно котоба о нокоште, зеккен, Юки ва Эйрио кара сугата о кешта. И с этим Юки, зеккен, абсолютный меч, исчезла из зала. Несколько дней прошло. Асуна. Кирито. Ты бы хотела снова увидеть Юки? Так, ладно. Давайте с чатом немного разберемся. Привет всем, кто только пришел. Что у вас там происходит? Так. Иван, конечно же, стоит. Без каких-либо колебаний. Пусть у нее есть минусы, как и у всех, но она стоит того. Так, что у нас там? Еще никто не знает, что с Юки. Ну, вообще-то знают. Но, может быть, в игре все будет по-другому. Надеюсь. Так.
Нет, я не буду делать такое с Юки. Я не такой, как некоторые. Ладно, погнали дальше. Да, есть кое-что, о чем я хотела поговорить с ней. Я хочу узнать, почему она исчезла так внезапно из зала. Блин, я включил вентилятор. Надеюсь, не слышно. Если я как-то связан с этим, то я хочу как-нибудь загладить свою вину. Понятно. Возможно, у меня есть какая-нибудь зацепка на местонахождение ее в реальном мире. Если мои догадки верны, то, возможно, мы сможем быть в состоянии увидеть ее. Можешь мне дать немного времени, чтобы убедиться в этом? Да, конечно. И погнали в реальный мир. Ну нет, ну пусть она в игре все будет по-другому. Пожалуйста. Некоторое время спустя Асуна и я разлогинились из зала и направились в общественные больницы Йокохама Кохаку. Единственное место в Японии, в которой проводятся клинические эксперименты с медикубоидом. Медикубоид — это первая в мире система полного погружения, точнее, устройство полного погружения для использования в медицинских целях. По сути, это супер модернизированная амусфера, которая полностью отключает все стимулы внешнего мира. И связывает мозг пользователя с VR-миром на еще более глубоком уровне. Одна из областей, где Медикубоид показал наиболее перспективный, это, собственно, конец жизни. Более гуманный способ для смерти пациента. Когда мы добрались до больницы, лечащий врач Юки сказал нам насчет ее состояния. Так, синдром приобретенного иммунодефицита. Короче, более известный как СПИД. У Юки впервые показались эти симптомы 3 года назад. И решила стать испытуемым для медикубоида.
無菌室に横たわる彼女の小さな体は日々病と戦い続けていた。В течение следующих 3 лет ее маленькое тело пыталось бороться с болезнью, живя в чистой, стерильной комнате. 24 часа фулдайву шита мама. 3 年間. Так она провела 3 года в полном погружении, без того, чтобы разлогиниться. Неудивительно, что она была настолько хороша. Она была первым во всем мире, что стала жительницей виртуального мира. Юки, я бы хотела увидеть тебя снова. Только 1 раз. Не плачь, Асуна. Юки? Юки, ты там? Да, я не могу тебя видеть непосредственно, но я вижу тебя с помощью линз. Асуна, Кирито, спасибо, что пришли. Юки, Аташи. Асуна. Тонари-но-хея-ни Амью-София-га-арунда. ЭЛО-мо-хайтеру. Там есть Амусфера, в которой загружена Ало, в соседней комнате. Накаде-маттеру-кара. Логин-ште. Ките. Пожалуйста, да, придите, залогинитесь. Я буду ждать вам вас там. Вакатта. Кирито-кун, иго. Хорошо, я приду. Кирито, пошли. Хорошо. Так, да, у нее СПИД, к сожалению. Ну и, как вы знаете, СПИД не лечится. Так, сейчас продолжим. Надо полностью перетащить ее в 2D, так же, как и сделал... Ну, Фума, вот, кстати, да. Может быть, все-таки в игре они как-нибудь сделают? Ну и надеюсь, что она тут... Ну вы сами знаете, не того. Все-таки альтернатива. Сделайте хотя бы ее живой тут. Ладно. Идем дальше. Привет, Толград. Так. Пони, почему ты... Почему такой тлен? Все нормально. Сейчас разберемся. Ладно, продолжаем. Эх. У меня было ощущение, что вы придете. Ты, наверное, искала мое местонахождение в реальной жизни. Не так ли, Кирито? Да, извини, что я вторгся в твою частную жизнь вот так. Я попросил своих друзей в VR мониторинге... Нет. Попросил своих друзей из организации VR мониторинга из... ну, помочь, короче. Блин, запутался. Да не, все нормально. Глубоко в душе я думал, что... Думаю, что я действительно хотел, чтобы ты пришел. Кроме того, это было я, кто исчезла из залу, ничего не сказав. Юки. Юки. Асна, Кирито. Гоменне. Асуна, Кирито, простите, что я не была в состоянии рассказать вам правду. Настоящая причина, почему спящие рыцари расформированы, это потому, что двое из нас осталось жить всего лишь несколько месяцев. Так,
Поэтому мы хотели пойти в последнее большое приключение в этом прекрасном мире, пока мы могли. Поэтому, когда мы узнали насчет ММО Tomorrow, нет, о статье в ММО Tomorrow, мы решили, что хотим оставить доказательство того, что мы были здесь, в этом месте. Но у нас был только один шанс. Мы не могли рисковать и тратить его впустую. Так что мы решили найти людей, которым мы сможем доверять, чтобы они нам помогли. Так, организация мониторинга реальности и VR-реальности. Окей, спасибо, Кубик. Господи. По-любому, стало какая-то получается, мне кажется. Да, им осталось жить как... Точнее, это Юки, походу, и еще кому-то из спящих рыцарей осталось жить пару месяцев. Да. Некоторые из них были против этой идеи. Они сказали, что если они у нас разузнают, то из этого появится все больше причин для страдания. Думаю, что они были правы. Мне очень жаль. Если ты можешь, я бы хотела, чтобы ты, пожалуйста... Ты или вы... Нет, чтобы ты, пожалуйста, забыл обо мне. Обо нас. Ты, блин. Нет, я не могу. Я отказываюсь сдаваться. Юки, сразишься ты в дуэли со мной. Снова. Есть некоторые вещи, которые нельзя передать словами. Ты научила меня этому, так что ты скрестишь со мной меч. Ну хорошо. Мы все-таки оставили наш последний поединок незавершенным в конце концов. Да, и сейчас пришло время закончить это. Окей, файто. Ух, нифига себе у нее уровень. 450-й? Может, не будешь летать? Будем сражаться нормально, без полетов. Ну, ладно, ты сама напросилась. Блин, у меня Асуна вообще не прокачана. Оружие у нее говно, все у нее говно. И откуда я знал, что будет битва с ней? Что мне делать-то? Скиллы говно, мечи говно, все говно у нее. Так я буду ее бить полчаса, а то и два. Придется перезагружаться, походу, чтобы взять нормальный шмот. Хотя, если я проиграю, что будет? Успех, да, успех. А тут провал. Надо перезагружаться. Ну, я жду, пока она меня победит. Сдаваться без боя, конечно, не буду, но... Давай, убей ты меня уже.
Юки вообще должен был быть Экскалибур уровень. Все, дуэль закончена. Ладно, и так сойдет. Юки, мне очень жаль. Я... Да все хорошо, Асуна. Я хорошо знаю, как ты себя сейчас чувствуешь. Но я скажу это снова и снова, столько раз, сколько мне понадобится. Я ни за что не хочу забывать тебя, Юки. Ты меня не беспокоишь вообще. Ты меня не причиняешь никаких страданий. Я так счастлива, что я смогла встретить тебя и твоих друзей. И то, что я смогла тебе помочь хоть как-то. Асуна. Юки. Кими ва Асуна о сиасе ни суру кото ва оре ни шика декинай то итта. Демо оре ва чигау то умаю. Юки, ты сказала, что я единственный, кто может сделать Асуну счастливой. Но я не думаю, что это правда. Асуна га хонтоу но ими де гейму о таношиму кото га декита но ва кими тачи но окаге демо ару нда. Ты и твои друзья являются настоящей причиной, почему Асуна наконец-то снова смогла насладиться этой игрой. Аригато, Юки. Спасибо, Юки. Кирито, боку. Коно секай ни корарете. Втари то деаете. Хонто ни уреши. Я так счастлива. Я так счастлива, что я пришла сюда и встретила вас обоих. Вы лучшие друзья, который я вообще могла надеяться найти. Теперь у меня нет никаких сожалений. Но, безусловно, есть еще очень много вещей, которые ты еще не сделала, верно? Я уверена, что есть еще места, в которых мы не были в Свардалхейме. Кроме того, есть еще столько разных вещей, которые я бы хотела сделать вместе с тобой, Юки. Да, но... Лидия! Ребята! Лидия, где ты была? Господи, мы так волновались о том, где же ты может быть... И не могли с тобой связаться. Честно, я не знаю, что ты будешь без нас делать. Блин, Нори-сан, почему ты плачешь? Да уж, предполагаю, что некоторые люди действительно проливают слезы радости. Заткнись! Юки, мата айте йокатта. Ваташи тачи ва лидера га инай то даме митай дес. Рада видеть тебя снова, Юки. Знаешь, оказывается, что мы без лидера ничего не стоим. Ребят, простите меня, что я заставил вас беспокоиться. Я думала в течение долгого времени о том, почему я существую здесь. Я обеспокоила столько людей, хотя я не могла дать им ничего взамен. Тем не менее, я до сих пор окружена таким количеством замечательных людей. Я не могу поверить, как мне повезло. Благодаря всем вам, я наконец-то поняла. Это нормально жить, даже если нет никакого большого смысла в жизни.
Да. Асуна и Кирито не унегайгару. Токто. Томодачи не натте. Асуна, Кирито, у меня есть к вам просьба. Не могли бы вы двое стать моими друзьями? О чем ты говоришь? Мы уже друзья. А? Да? Правда? Я так рада это слышать. А, точно. У меня есть кое-что для тебя, Асуна. А? Что такое? А, подожди секунду. Юки, что на тебя нашло? Я? Вот. Это надо сохранить. Имано 11 ренгеки. Сорева. Это твой оригинальный навык меча на 11 хитов. Ударов. Укетотте. Боку но ОСС. Да. Я хотела бы, чтобы ты взяла этот ОСС. А ты уверена? Да. Это доказательство связи, что мы разделяем. Хорошо, использую его. Окей? Спасибо, Юки. Я обещаю, что я буду заботиться о нем. Я знаю, что ты будешь. Хотя она сказала спасибо. Хорошо. Теперь, когда Юки вернулся обратно, пришло время наконец-то провести это празднование, которое мы откладывали. Да, правильно. А теперь, когда наш лидер снова вернулась в Валу, у нас еще больше причин для празднования. Почему бы нам снова не провести его вместо... Да. В магазинчике Эгели. Таким образом мы сможем пригласить все больше людей. Это замечательная идея. А кто Эгель? Ну, это огромный гном, который помогает нам время от времени с рейд-боссами. Хм, еще один гном. Да мне уже нравится этот парень. Так. Ну, мы никогда не использовали вознаграждение за какой-либо рейд. Так что теперь у нас столько денег, надо все потратить. Да, если нам будет не хватать, то мы можем еще снова немного заработать. Отлично. Тогда что скажете, если мы пойдем купим некоторые... Ну, короче, пойдем сделаем покупки для праздника. Да, погнали уже. Все такая везучая. Юки, пошли. Иду. Юки теперь может использовать ОСС Модер Розарио. Стоп, почему Юки? А разве не Асуна? А. И Асуна тоже может использовать. А, круто. Этот навык открылся для обоих персонажей. И с Юки все хорошо. Тут, к счастью. Хотя, что-то мне кажется, что это еще не все. Еще очень много чего впереди. Так, 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 что у нас там? Кубика, ну, как бы я уже сказал, наверное, миллиард раз. Скажу еще раз. Тут вообще полностью другой сюжет.
Это все началось еще в предыдущей игре, где там совсем другой сюжет развивался. Они не вышли после 76-го уровня, а продолжали проходить игру до 100-го, и много чего другого произошло. А тут, собственно, продолжение той сюжетной линии, что была в предыдущей игре. Тут альтернатива совсем по-другому, и это хорошо, потому что одно и то же не хочется. Оригинал можно и так почитать, посмотреть. А тут что-то новенькое.